С 23 по 27 ноября компания «Ариста» приняла участие в выставке «Мебель-2015» – крупнейшей специализированной выставке производителей мебели и комплектующих. В этом году компания «Ариста» анонсировала сразу несколько новинок. Мы знаем о том, что для отрасли 2016 год будет непростым. И поэтому мы работаем на опережение и подготавливаем такие продукты, которые дадут возможность нашим дилерам зарабатывать там, где они раньше не зарабатывали. Компания «Ариста» представила на выставке три новые коллекции раздвижных дверей в классическом стиле – «Венеция», «Флоренция» и «Верона». В каждой из коллекций 9 моделей дверей с различным комбинированием глухих филенок и зеркальных вставок. Особое внимание уделено дизайну коллекций, изяществу и благородству. Пропорции каждой модели рассчитаны так, что позволяют сохранять целостность идеи при изменении размеров двери, а комбинации цветов и материалов отвечают всем современным трендам. Еще одной новинкой этого года стал вертикальный профиль Flat. Новый профиль обладает простой прямолинейной формой с широкой плоскостью по внешней стороне. Тактично срезая угол, по нему проходит каннелюра. Форма профиля просто создана для передачи древесного декора. Он окутан в пленку богатой древесной текстуры и смотрится как цельный брус дерева. Маркетинговой новинкой этого года стало новое позиционирование гардеробных систем, ориентированное на личность клиента. Традиционным образом считается, что любые системы хранения можно показать, набив разные выдвижные корзиночки, вешалочки и все прочее товарами, которые в них можно положить. Мы сделали немножко другой подход через клиента. Мы выбрали самые вкусные, самые сочные образы, которые близки людям, самые интересные персонажи, и попытались представить, как бы могла выглядеть их гардеробная система. На стенде компании были представлены уголок маленькой феи, постирочная, шкаф деловой женщины и многое другое. Одна из гардеробных была оформлена в стиле бабушкиного чулана, со старинными вещами, швейной машинкой, дедушкиной шинелью, грудой древних книг и фотографий. Самой яркой и большой экспозицией стала отдельная гардеробная «Здесь живет радуга». Это комната жизнерадостной эмоциональной девушки, которая любит яркие краски и жизнь. А самой популярной стала комната «Другая сторона темного лорда» – гардеробная статусного мужчины, властного и влиятельного, которому близок образ Дарта Вейдера. «Ариста. Порядок в доме. Наш профиль».